Но если она свою ктуву не требует, тогда наследники не могут потребовать у нее клятву. Даже в начале. То есть в первом случае мы что сказали? Когда она стала менеджером и муж ее не освободил от обещаний, тогда мы сказали, в любой момент он может ее потребовать с нее клятву. Он и его потомки. Раби Шимон говорит, нет, я с Раби Элазаром не согласен. Когда потомки могут потребовать у нее клятву? Только когда она требует свою ктуву. Если свою ктуву не требует, тогда они не имеют права. И сегодня вопрос разбирается, мы с вами говорили. Сегодня есть большой вопрос. Чек, который человек написал, я дал. Это считается, как будто вот он написал чек на $1000. Это он отдал $1000 кэш? Или это как будто договор, что он сказал, это штат. Это как документ. Для чего нам это нужно знать? Человек написал чек и число поставил через месяц. И потом через 2 недели скончался. Теперь, чьи это деньги сейчас остались? Это остались деньги его сирот, его детей. Теперь, если мы скажем, что этот человек, он равносилен деньгам, тогда как только он эти деньги отдал, тот, кому он отдал, это его деньги, он ничего не должен делать. Но если мы скажем, что этот человек, это всего лишь документ, тогда перед тем, как этот человек положит в банк, возможно, он должен будет поклясться перед его сиротами, потому что мы сказали, что это очень важно, что сирот нельзя обижать, и в этом случае, как мы сказали, если человек это не деньги, не равносильный деньгам, а документ, то там нужно будет с ним сделать клятву, как установили мудрецы. И, ведь, радость, чем продолжим завтра. Баруха Долна или Олам. Амин. Рабай.